На концерте «Я люблю тебя, Россия» зрители услышали всем известные произведения Дмитрия Шостаковича, Исаака Дунаевского, Георгия Свиридова и других выдающихся советских и российских композиторов. Севастопольская публика также смогла оценить исполнение музыкальных номеров легкого жанра. Можно сказать, легкий жанр такой, потому что это может быть эстрада, это может быть музыка кино, это может быть просто эстрадные песни, как Магомаев, там, это может быть джаз. Будут такие две замечательные сюиты советских композиторов. Я часто, когда провожу такие праздничные концерты, я с публикой эти песни мы начинаем петь. То есть мы играем, а публика хором поет. Академический симфонический оркестр Крымской государственной филармонии впервые выступал на территории мемориального комплекса Малахов-Курган. Однако местная публика знакома с коллективом по предыдущим концертам, во время которых его участники обзавелись поклонниками среди севастопольцев. Постоянные наши слушатели этого оркестра, влюбленные в этот оркестр, потому что они приходят к нам уже на протяжении нескольких десятилетий в концертные залы Севастополя, именно когда приезжает Крымский государственный оркестр. Они приходят на концерты «Золотая коллекция классики». И не только они приводят детей с собой. У нас есть программа «Папа, мама, я» для детей и семей. И эти всегда программы проходят вот именно на высоком таком уровне. Ощущения, эмоции зашкаливают, потому что мы в восторге. Мы получаем действительно удовольствие и действительно наслаждаемся. Спасибо за этот концерт. Это для души. Понимаете, это тепло. Это радость, вот именно, которая идет изнутри. Выступление оркестра ознаменовало открытие летнего концертного сезона. Малахов-Курган – одно из самых посещаемых мест туристами. Администрация музейного комплекса уверяет, что им будет чем заинтересовать гостей. Вообще у нас большая программа на все лето. Мы планируем проводить ряд таких культурных мероприятий на открытой площадке. С этого места открывается удивительное зрелище на Севастопольскую бухту. И я думаю, что чуть-чуть попозже мы еще увидим замечательный закат именно с Малахова-Кургана. На 17 июня на территории мемориального комплекса Малахов-Курган намечен концерт эстрадно-симфонического оркестра «Таврия». Екатерина Костейникова, Антон Шличков, Юрий Риутин, Севинформбюро. Я люблю тебя снова и снова.